Если кто-то еще классно поиграет на дудочке в это время, это будет шикарно вообще. Да, Уля? Нет, блядь, Натхай. Дудочка и андроген. И Тхай, кстати. А ты кореец? Ну, отчасти. Отчасти? Слава богу, что не полный. У меня есть смарт-клип, кореец. Я с ним познакомилась в синагоге, не падай. А мы стали дружить, опять я дружу и прихожу к нему с пирогом с кроликом, знаешь что ли? Пирог с кроликом. Я забыла, что он вместо собаки держит кролика. Я прихожу, он говорит, ты жестокая. Я говорю, в смысле? Кролик? Шикарный пирог. Он говорит, заведи собаку, я приду к тебе. Ты хочу держать, дудочка. А у Лены Гилевской, давай сюда. Я рада, что я тебя сегодня увидела, потому что много чего говорили, ни разу не видела. А тут дудочка у Лены Гилевской. Я играть умею. Я спасаю твою девочку, которая прекрасно рисует, и это может затмить твою дудочку, я так понимаю. Погнали. Красивая лирическая. Смеркает. На моем плече уснул счастливый андроген. Уснуло пламя на свече, уснуло время. Палантин струится сонным серебром. Божественный напиток Роми спит до дна. Совсем один проснется завтра андроген. Своим волшебным заклинанием прогонит прочь воспоминания. Она написала, сейчас скажет, ну что, прочитай, да? Солнышко, это все произошло уже, да? Ребята, если мы хотим собраться еще, то это будет завтра в этом баре у Танхилевского, во дворике Ленсовета. Будет шикарный джазовый исполнитель, его вся Россия знает, потому что это Колчин. Колчин позвал меня на разогрев, но я не буду там так, как сегодня. Да, я молча просто выйду, молча выйду. А Колчин, кто понимает в джазе, понимает, что это номер один. Кто не понимает в джазе, понимает в Земфире что-то, да, захочет все равно прийти, посмотреть, в кого она такого влюблена 4 года. Завтра в этом баре встречаемся в 8. Это... Все сказала! Улицу, чай-бар, все сказала. Спасибо огромное. Неважно. Это бар. Называется это бар. Во дворе Ленсовета. Я знаю, где это, если что. И неужели ты там будешь? Это прекрасно. Тогда встретимся, Ребзя. Да.